36%. ВЧК, ГПУ, МГБ, КГБ, ФСК. Каких только аббревиатур не было в истории государственной безопасности. Однако задача остается прежней – защищать интересы страны. Умение адекватно реагировать на любую внештатную ситуацию, слаженное взаимодействие и другие профессиональные навыки достигаются путем постоянных тренировок. Командно-штабные учения различного масштаба проводятся в республике регулярно, и всегда сотрудники УФСБ получают высокую оценку. Сегодня бойцов и офицеров невидимого фронта поздравил председатель правительства Чувашии Иван Моторин. Ваша работа благородна, ответственна и многогранна. Проблемы внешние, они всегда всем видны, но что самое главное, вы зачастую решаете и внутренние проблемы государства. Это и терроризм, это и экстремизм, борьба с коррупцией и много других важных моментов для развития, устойчивого развития государства, сохранения государственности Российской Федерации. Поэтому хочу пожелать вам работы хорошей. Хочу пожелать семейного благополучия, чтобы ваш труд всегда был на пользу Российской Федерации. С праздником! За успехи, достигнутые в оперативно-служебной деятельности, Иван Моторин наградил особо отличившихся сотрудников УФСБ.